Последние модные тенденции собачьих стрижек, деликатесы для змей и многое другое. В Ленэкспо открылась выставка «Зоосфера». В этом году на форум представители зооиндустрии приехали 250 участников из 21 страны. Кстати, годовой оборот этого бизнеса только в России – 4 миллиарда долларов. Так что, несмотря на некоторые вольности, вроде присутствия в Ленэкспо свободно гуляющих собак, «Зоосферу» можно назвать серьезной площадкой для переговоров и заключения контракта. Однако изюминкой в этом году станет все-таки неофициальное событие – мастер-класс лучших мировых грумеров. Это собачьи стилисты. В этом году у нас три знаменитых мастера, в принципе, мирового уровня. Это из США Ольга Забелинская, из Франции, из Канады тоже приезжают специалисты, чтобы показать свое мастерство, научить новых людей, которые хотят стать грумерами. Ну, естественно, судить, давать призы и места присуждать. Помимо конкурса грумеров, в ближайшие дни в рамках «Зоосферы» пройдут и другие состязания, например, по танцам с собаками. Состоятся показы модной одежды для животных. И, кстати, в выставке принимает участие более 3000.